Никита Борисович, нет, стоп. Никита Борисович это не скрывает. Если вы внимательно послушали Никиту Борисовича, о чем правда. Он говорит, что это все игра. И я играю по их, вот что я делаю то, mm-hmm. что они хотят видеть. Я это да. Но Никита Борисович Жигурда другой, на самом деле, в жизни. Никита Борисович Жигурда очень глубокий, очень умный человек. Угу. И я это не знал до тех пор, пока мы с Никитой не стали очень плотно, близко общаться. Потому что, помимо того, что Никита согласился сниматься в моем фильме... О котором мы будем говорить. Да, о котором мы будем говорить. Угу. Мы с Никитой после этого фильма сразу замутили еще и спектакль на двоих. Если вы знаете... Ну, не все это знают. Это по пьесе Олби «Что случилось в зоопарке». Угу. Когда-то этот спектакль шел на Юго-Западе. Его играл Беликович покойный и Витя Авилов. Mm-hmm. На двоих спектаклях. И мы с Никитой Борисовичем стали практически, вот, практически каждый день вместе. Mm-hmm. И я в восторге, во-первых, от него как о человеке. От него как о человека. Mm-hmm. А по поводу его актерских качеств даже говорить не стоит. Потому что, к сожалению, Никиту мало кто знает вот именно как очень хорошего артиста. Алексей, я сейчас не говорю, не льщу, это правда. Mm-hmm.